сегодня проходит чемпионат Московской области. В преддверии Нового года пожелать вам отличных результатов. Ну и сегодня будет награждение проведено не только по итогам чемпионата, но и по итогам всего прошедшего 2019 года. Итак, в личном турнире у мужчин заявилось 18 человек. Мы разбиты все на 4 группы. Значит, формат встреч группа до 2 побед, и в финальной части до 3 побед. Составы групп. Первая группа. Волохин Илья, Садуев Александр, Волохин Кирилл, Васильев Артем, Туманов Дмитрий. Играют на первой и второй мишени, старшие на таблице Садуев Александр. Первое место, второе место. Все это находится на судейском месте.